окружающей среды. Не портит ли он экологию? Не портит ли он экологию? Я сейчас представил, знаете, значит, коллайдеры, они там водятся. Сейчас начнем запускать. И так, говорит, у нас остановился коллайдер. Такой стук, дверка открывается, и заходит земляника. Вы, конечно, извините, но пока тут с экологией совсем кранты не настали, вы, может быть, прекратите работу. Там пока все нормально. Я-то что, клубника? Я себе расту и расту. Ну там крот на выпей женится. Всех приглашаем. Гуляем всем коллайдером. Коллайдерчане. Коллайдерчане. Это было в тот момент, когда они пели уже «Ты помнишь, коллайдер, все мои бед...» Тихо, землянику разбудили. Вы тут земляника, так говорит, вы тут спокойно, тут с коллайдером, давайте, завязывайте. Ну ладно, я пойду, мне еще березу доить. Да, и это был единственный случай, когда Борис Березовский выехал за пределы Англии.